из Кыргызстана. Конкурс выиграла компания MSP, которая построила весь дата-центр на зарубежном оборудовании, которое отвечает высокому качеству и более продолжительной работы, безотказной работы. Здесь находятся у нас две дизель-генераторные установки производства немецкого производства. Мощность каждого дизель-генератора 1 мегаватт. Каждый дизель-генератор имеет собственный подземный топливный бак объемом 5 кубометров, который обеспечит 12 часов бесперебойной работы. Контролируется у нас прибором, который считывает биометрические данные, это узор вен ладони. Каждое помещение снабжено пожарной безопасностью. Банковская система у нас как раз жарко возможности видят, жарко перспектива для здесь мы уже установили оборудование, которое было в старом здании, мы уже начинаем перемещать сюда. Все силами, да, национального банка Кыргызстан, монтаж делаем, настройки. Все коммуникации здесь проложены. Электрические кабели, информационные кабели, система тоже пожарной защиты датчиков. Как вы видите, здесь металлическая сетка. Это металлическая сетка на всех поверхностях этого помещения. Она на стенах, на потолку, для того, чтобы защитить наши данные от электромагнитного излучения. Первый этап надо согласовать и сертифицировать документацию. Да? Документация сертификата алғаннан кейін, ол первоначальный басталады, усиление пола, шумбарын жасап тұрып, сертификат алды. Біз картадан көрсетпедік, бірлерде Нұрсұлтанда, Қазақстанда бар, бірақ бұерде бірінші де сертификат алғанда, только да документацию. Центральная Азияда бізде бұны, бізден бастап, Уралда чейін, бірде Тайр-3 сертификат жоқ. Да? Самый последний, самый сложный сертификат бізде ғана бар. Источники бесперебойного питания, или, как говорят в народе, умные аккумуляторы, которые поддерживают все электропитание в случае отсутствия городского электропитания. Здесь установлены все из четырех, работают три и постоянно они меняются. Если пожар ушел, они сразу закрывают и не дают пожару в другую комнату уйти. Да? Беречетен сурал эткенде, эвдечун ачып катыш керек, чун наоборот требованиясы бар эткенде сертификация, ачып кош керек, чтоб видно было, сразу пришел, чтоб не искать, а вяхтам на лодке. Информационная система банка, это торговая система, платежная система или другие финансовые системы. Для обслуживания тема название СИЭМ подкрашивается красным цветом. Сейчас вы видите, зеленое все работает хорошо. Да? Да, если красным, сразу немедленно все ребята реагируют, локализуют проблему, и профильные специалисты ее устраняют. Абдамда жақсы заман бап, бүгін күнге бай жоп берген, талапқа жоп берген абдан жақсы бор болды. Бұдан көріп тұрам, абдан шоң еңбек кеткен, көп күш кеткен. Ана мен қуандырғаны, мені ошол шоң проектіні біздің өзіміздің жергілікті компания ішке ашырғаны мен абдан қуандырып тұрады. Ал балаларды көрдім қазір, көріп. Мені бізде ашық айтқанда региондағы, еліміздегі, жарандарымыздағы айрықша біздің IT специалистеріміз абдан деңгейлі, биік деңгейлі, жоғары үшінде де аларға көмек көрсетіп тұрсақ еле бұлар көп нәрсені мына ішке асырады. Ана мен бүгін көріп мына бізде санарыптестіріп саясаты
жүргүзөт азыр өлкөбүздө. Ошону ишке ашырууда улуттук банктын эң кошкон чоң салымы деп ойлойм бүгүнкү дата борго. Бул эми улуттук банктын ишин жакшыртат биринчиден. Экинчиден банк системасынын коопсуздугундагы маалымат алмаштыруундагы мына коопсуздукту күчөтөт. Электрондук документ жүргүзүү жана түндүк системасы деп атабыз азыр. Түндүк системасына баардыгы кошулуп атат. Ошол кошулуудагы сапатын жогорулатат буюрса. Анан эң негизгиси бул биздин банк системасына элдин ишеничин абдан арттырат деген ойдомун. Бүгүнкү жасаган ишиңер айрыкча региондордо, айыл жерлериндеги биздин калкыбызга, жарандарыбызга банктык кызмат көрсөтүү, алардын финансалык жетилүүүн жакшыртуу боюнча бул салым кошот деп терең ишенем. Региондору каражаттарды алып барбасак, аларга жөнөтпөсөк, ал жерде кайра иштетүүнү жайын, өзүбүздөн чыгып аткан азык түлүктү кайра иштетип, жумуш орун түзүп, экспортко чыгарбасак, анын баарын тең кайдан биз миграцияны токтотобуз? Жылда окууну бүтүп атышат, жумуш орун керек болуп атат. Аларды кармап алыш үчүн дагы биз каражаттарды өзүнүн экономикага салышыбыз керек кайра иштетүүгө. Өзүбүздөн өндүрүлгөн продукцияларды кайра иштетип экспортко чыгарганга ошондой ишкерлерге акчаны беришпей атат каражаттарды. Муну азыр бере баштадык. Муну азыр 29% айыл чарбачылык экспортуна көтөрүлдү. Мына ушуну биз ушуну жасап алсак буюрса чогуу баардыгыбыздын жардамы менен иштей турган ишкерлерибиз, биздин элибиз, биздин уул кыздарыбыз баардыгы даяр. Баардыгы даяр. Аларга ушу каражатты, болгон каражаттын күчүктү туура алып барып ушул балдарга, иштей турган балдарга, элге кызматта турганга, ошол жумуш орун түзгөн балдарыбызга, ишкерлерибизге аларды коргоп, ошо каражатты колуна бериш керек да. Анан кийин мамлекет оңолот, болбосо мамлекет оңолбойт да. Ошон үчүн абдан чоң милдеттер бар силерде. Ишиңер буюрса жаман эмес, жакшы. Thank you.